Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Азарова, и мы с вами на канале «Готовим с позитивом». Сегодня я хочу предложить вам рецепт очень полезного салата из микрозелени. Микрозелень обладает максимальным количеством полезных свойств. В ней большое содержание витамина С и фолиевой кислоты. Поэтому мы будем использовать несколько видов данной зелени. Также у нас будет авокадо, курица, вяленые томаты и жареный лук завершит эту картину прекрасным сочетанием вкусов. Данный рецепт мы начинаем с приготовления курицы. Я предлагаю вам брать грудку. В принципе, для этой порции нам необходима одна грудка всего. Максимально все просто. То есть просто взяли, посолили с двух сторон. Ее не надо отбивать, в этом нет необходимости. И приправы для курицы, любые, какие вы любите. Наши курицы мы замариновали в соли и в специях и просто обжариваем ее на сухой сковородке с двух сторон. Мы обжарили нашу курицу с двух сторон до золотистого цвета и убираем ее в фольгу. Ей необходимо отдохнуть. И пока она будет у нас отдыхать, мы с вами, так, мы ее заворачиваем, да, просто оставляем. Мы с вами подготовим подушку для нашего салата. Друзья, данный салат делается слоями, поэтому мы следующим этапом будем делать подушку из микрозелени. Просто берем микрозелень, вы можете взять один вид, можете взять несколько, да, вот у нас на данный момент 4 вида микрозелени, которые мы заказали на Озон Фреш. И всю микрозелень мы нарезаем и выкладываем подушкой на блюдо. Наша подушка из микрозелени готова. Следующая стадия у нас идет авокадо. Мы берем авокадо, разрезаем его пополам и снимаем с него кожуру. Нарезаем наш авокадо и выкладываем на подушку из микрозелени. В следующей стадии мы нарезаем вяленые томаты. Обязательно берем их. Я уже заранее слила из банки немножко масла, чтобы они не слишком масляные были. И нарезаем тонкой соломкой. Выкладываем наши вяленые томаты на авокадо. Наши вяленые томаты выложены на авокадо, и следующая стадия – это у нас нарезка курицы. Мы достаем нашу курицу из фольги, не бойтесь, если там у нас достаточно так влажненько, сочно. Кладем ее и начинаем нарезать.
Наша курица нарезана тонкими слайсами, и мы ее перекладываем на наш салат. Наша курица готова, мы все уложили слоями, и завершающий этап у нас будет лук хрустящий и бальзамический соус. Берем хрустящий лук, очень вкусный, прям идеальное завершение любого салата, идеальный ингредиент. Открываем. Друзья, очень-очень жалко, что невозможно передать аромат через камеру, потому что пахнет он просто сногсшибательно. Напоминаю, мы используем жареный лук фирмы Нормак. Мы его заказывали на Wildberries, также его можно заказать на Озон и на Яндекс.Маркет. Все ссылки будут в описании под видео. Приступаем. Наш лук на месте, и самый последний штрих у нас будет бальзамический соус. Он придаст нашему салату пикантность. Друзья, наш салат готов. Обязательно советую вам его к приготовлению. Это прекрасный вариант ужина в преддверии лета, достаточно легкий и очень полезный, так как микрозелень, как я уже говорила, содержит очень много витаминов, в частности витамин С и фолиевую кислоту, а белок, который содержится в куриной грудке, насытит ваш организм. Поэтому готовьте с любовью, готовьте с позитивом и обязательно проходите на наш канал. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Напоминаю, что вся продукция, которую мы используем, и все рецепты в описании под видео. Наш прекрасный жареный лук можно заказать на Wildberries, Озон или Яндекс.Маркет. Нашу микрозелень вы можете заказать на Озон Фреш. Друзья, и самая прекрасная часть наших съемок – это дегустация. Давайте пробовать с вами салат вместе. Обязательно нам надо зацепить все компоненты. Это все виды микрозелени, и самое главное – это хрустящий лук. Пробуем. Очень советую этот лук ко всем салатам. Он придает вот этот, этот хруст этому салату и такую пикантную нотку с жареной. Вообще просто супер. Обязательно попробуйте.